А это новый Мерседес, совершенно новый. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Но где эта эмблема? Танк 300 начал производиться в России в 2023 году. На самом деле это китаец. Подразделение Great Wall для внедорожников создало специальную линейку танк. И это ее яркий представитель. Под капотом здесь двухлитровый мотор с турбонаддувом, выдающий 224 лошадиные силы. Здесь мы сделали управляемый выхлоп, выхлопную систему, но с сохранением экологии, потому что машина, она на гарантии. Здесь экология не нарушена. Но сделали два режима. Один брутальный, такой бурчащий, другой тихий, штатный. Также вывели черную насадку прямо перед правым задним колесом. Это выглядит улетно. Ну, геликс-стайл. Ох, а сейчас вы услышите звук того, что у нас получилось.